Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде правильно. Ну і сьогодні у нас, безумовно, теж дуже цікава людина. Людина, яка має безпосередній стосунок до всього, що ми називаємо словом «війна». Хоча, по-хорошому, всі б мали розуміти, що зараз всі до цього мають стосунок. Ну, але є, як є. Ну, власне, ця людина до цієї війни має стосунок вже з 14-го року, тому що це людина, яка була і волонтером, і піонером аеророзвідки ще тоді, коли про це ніхто і не думав. Насправді, і ніхто і не збирався розвивати ніякі дрони, навіть не розумів, яку роль ці дрони почнуть відігравати вже на цій фазі війни. А нині ця людина займається виробництвом цих дронів, є активістом ініціативи A-Drones. І все це про пана Юрія Касьянова. Добрий день, пане Юрію. Добрий вечір. Власне, чи правильно вас представив? Нічого не забув? А ні, я зараз не займаюся виробництвом дронів напряму. Я розробляю дрони, так, участвую в этом, я буду далі російською, тому що ще не дуже вивчив рідну мову, не було такої нагоди, і не хочу поплюжити мову. Значить, я зараз займаюся, участвую в розробці дронів, і в основному я займаюся воєнною роботою, я офіцер Збройних сил України. И вот это моя работа, это работа с дронами повсеместно, да, вы правы, с 2014 года. Ну от супер. Тоді давайте от власне з цього розпочнемо, тому що от у мене є, скажімо так, певне нерозуміння, от я сподіваюся, ви поясните. То з одного боку, навіть цілком поважні осінтери і західні осінтери, які займаються максимальним підрахунком, скажімо так, наскільки це можливо, використання кількості використання і дронів, і ударних дронів, і PV-дронів, будь-яких дронів, БПЛА, будь-якого характеру, кажуть, що нібито у України досі перевага в цьому, що нас ніби більше. При цьому всі абсолютно мої там навіть підопічні, з якими я займаюся як волонтер з фронту, кажуть один в один, що у росіян уже перевага, їх більше, вони постійно на ці удари. З іншого боку, ми бачимо, що дійсно відео більше саме з нашого боку, ніж з їхнього. То поясніть, будь ласка, що ж відбувається з дронами, яка реальна ситуація з різними видами по вашій оцінці? Ну, питання не тільки в кількості, але й в якості, як ви розумієте, і ще в тому, як применять эти дроны, в какой ситуации. Если говорить конкретно по количеству, то на начало этой большой войны у нас было больше дронов, которые применяются непосредственно на линии фронта. Это всевозможные мавики, дроны под сброс, так называемые, чтобы сбрасывать бомбы, те же Р-18 дроны, которые еще с 2014 года у нас применялись. Тут мы были пионерами во многом, у нас было больше, уже появились тогда, у нас полтора года назад появились дроны «Камикадзе» FPV, которые сейчас очень популярны. А у противника было больше дронов самолетного типа, типа «Орлан». Ну, у нас это такие популярные дроны, как «Лелека», «Фурия», «ПД». Сейчас еще «Шарк» добавился к этой команде и другие дроны. Ну вот на сегодняшний момент противник как имел преимущество в дронах самолетного типа, так он и имеет это преимущество. Чем важны эти дроны? Они залетают далеко, на десятки километров, и могут обнаружить нашу технику, позиции нашей артиллерии, там где стоят наши танки, обнаружить склады, и, соответственно, потом туда прилетают шахеды, идет артиллерийский обстрел. Поэтому, как понимаете, разведка — это чуть ли не самая первая вещь на войне, которая необходима. У нас по-прежнему есть некое преимущество, может быть, в дронах типа «Мавик» на линии фронта. И то оно связано по большей части не с тем, что там где-то государство закупает, опять же, большая часть этих дронов поступает по волонтерским каналам. Но противник развернул массовое производство FPV-дронов, посмотрев на сколько они эффективны. И тут мы уже не имеем такого преимущества. И опять же, у нас есть некоторые модели типа RAM-2, ударные дроны, аналоги ланцетов, но количество их абсолютно недостаточно. Ну и потом мы очень сильно проигрываем в количестве дронов, в количестве запуска ударных дронов большого радиуса действия, типа шахедов. У нас там типа бобров, но есть разные модели. Просто многие не знают даже об их существовании.
Но у нас их в десятки раз меньше запускается, и это, ну, большая проблема для нас, потому что удары по тылам противника чрезвычайно важны. Я, до речі, давайте тоді з приводу якості. От, до речі, якщо порівнювати наші FPV-дрони і російські FPV-дрони, які більш якісні, і чим от, якщо я от давно хотів спитати розумну людину, поясніть, будь ласка, чому у наших відео втричі більше, ніж російських? От з чим це пов'язано, я не можу зрозуміти. Дивіться, порівнювати якість FPV-дронів, які там працюють на пару кілометрів, там до 10 кілометрів по фронту, наверное, недоречно, потому что они приблизительно с нашей, с их стороны состоят из одних и тех же комплектующих, и цена их там от 300 до 600 долларов ориентировочно, в зависимости от этих комплектующих. Поэтому они приблизительно все одинаковые по качеству, эти дроны, и они, это качество, в принципе, соответствует тому, тем потребностям, которые есть на войне. А тут вопрос не столько в этом качестве. Я говорил про качество, больше говоря о том, что вот у противника есть дроны типа «Ланцет», которые очень хорошо для нас, конечно, это очень плохо, зарекомендовали себя на войне, и они наращивают их выпуск. У нас такого качественного продукта на дальности, сейчас уже вот они летают на 70 километров, у нас, к сожалению, нет. И каких-то больших усилий я не вижу в направлении исправления этой ситуации. А то, что, если сказать, говорить про видео, которого у нас больше, ну, я уже говорил, у нас больше на войне коптеров типа «Мавик» и больше людей, которые умеют ими управлять. То есть у нас сама по себе армия, она более такая интеллектуальная, интеллигентная по сравнению с российской армией, которая, знаете, как была рабоче-крестьянская, там и зэки, и кто угодно. То есть людей, которые могут управлять дронами, там не так много. Поэтому у нас часто дроны работают в связке, то есть FPV-дрон «Камикадзе» работает вместе с дроном типа «Мавик» условным там, или любым другим, который находит цель, а потом уже идет поражение FPV-дроном, и, соответственно, вот эта картина поражения цели, она снимается этим «Мавиком», и вот эти кадри попадають в сеть. От вам просте об'яснення. О, дякую. Нарешті буду розуміти, що це не про ефективність, а просто банально про те, що ми це знімаємо, на відміну від них. Так, ну це опять наша ефективність, тому що дрон типу Mavic обнаружує цель, знаходить її, а потім ще й знімає пораження. Це важливо не тільки для того, щоб показати в сеті там, всім українцям, це важливо для того, щоб проаналізувати, наскільки ефективно було пораження, куди попали, як в наступний раз треба, может быть, изменить тактику применения и так далее. Ну, это важные моменты на войне. Добре, тоді от таке питання хотів уточнити, якщо можна, ви як людина, яка розбирається дуже добре в аеророзвідці і в радіоелектронній боротьбі. Наскільки я пам'ятаю, ще в серпні 22-го року була інформація про те, що під час Харківської наступальної операції Збройних сил України наші змогли накрити і захопити, навіть називалося, що там один з підрозділів наших ССО, нібито була захоплена повністю готова станція запуску «Орлана» з усіма там кодами, з усім, усім, всім, всім, всім. І тоді мова йшла про те, що нібито, ну от тепер-то ми фактично знайшли проти них якусь, я не знаю, реальну протиотруту. Чи це так? Бо що зараз знову починають говорити, що «Орлан» – це величезна проблема, і як їх глушити, і що. Тобто це так нічого не дало в результаті? Тобто «Орлан» продовжує з залою залишатися для нас гігантською проблемою, прямо яку не знаємо, як вирішувати? Ну, це, знаєте, такі якісь плитки, ну, я когда в начале войны воевал под Киевом в районе Бышева, в районе Макарова, мы тоже вместе с ССО захватили вражеский «Орлан», а потом и целую станцию. Что это нам дало? Ну, наверное, ничего особо не дало, потому что характеристики «Орланов» и устройства «Орланов» и станции запуска мы получали, имели, я имею в виду, мы, Украина, наверное, с 2014 года, так или иначе, нам эти самолеты и станции запуска попадали в руки. Там ничего секретного нету, никаких там кодов особых нет. Ну, понятно, что там есть шифрование сигналов, передачи, приема сигналов. Тоже понятно, как все это работает. Все это дешифрировать в режиме реального времени невозможно, потому что требует огромных мощностей компьютеров, которых нет на фронте. И в этом нет особой надобности. То есть вот эти
трофейные экспонаты, они нам, конечно, какую-то пользу приносят, мы их изучаем, но на самом деле это не то же самое, что захват нацистской шифровальной машинки «Энигма», после чего союзники получили доступ к шифрам и смогли спланировать уже свои боевые операции, исходя из разведданных, которые они перехватывали и дешифрировали. Тут ничего такого нет, абсолютно и близко. Противодействие «Орланам», как было известно, так оно известно и на сегодня, это в первую очередь обнаружение и уничтожение пунктов управления наземных, это в первую очередь. Потом это надо сбивать «Орланы», потому что подавить их средствами радиоэлектронной борьбы практически невозможно в силу ряда причин, да и, знаете, сами по себе средства РЭП, их эффективность, она очень сильно преувеличена средствами массовой информации. Ага. Это во все, по большей части, ну, как знаете, я не скажу неправда, но это как броня на танке, да, можно иметь супер-броню и рекламировать ее, и говорить, у нас самая лучшая композитная броня или какая-то активная там защита на танке, но всегда найдется снаряд, который ее пробьет. Это вечная борьба снаряда с броней на войне. Поэтому нет никакого идеала, нет никаких фантастических решений, которые могут остановить дроны. И те, кто порой я слышу в СМИ, там еду в машине, слушаю радио, как какой-то очередной эксперт рассказывает, как там нужны станции РЭП, вот прямо массово и так далее, это позволит сберечь людей, и не будут летать шахеды, это вранье. Давайте так, вранье. Станции РЭП помогают, безусловно, в какой-то степени, усложняют работу противнику, так же, как и противник своими станциями РЭП усложняет работу нам. Но это не значит, что мы не работаем в РЭПах, и противник не работает в РЭП. Это просто усложнение, это, ну, ничего тут такого, ну, нового нет, никакой панацеї в этом нет. Ну, з приводу шахедів, це взагалі, я не знаю, які, це навіть такі не експерти, як я розумію, що це маразм з приводу шахеда і реба. А, ну, мене от цікавить саме от фронтова історія, тому що, знову ж таки, ну, це вже прям така притча во язицях, що, в принципі, у росіян реб краще. І у них є дуже велика кількість, наскільки я розумію, розробок окопного ребу. І люди кажуть, що це достатньо ефективна річ. Мало того, є інформація про те, що вони навчилися, в принципі, вставляти якісь, я от уже виправте мене, якщо я не правий, певні поміхи, які навіть впливають на «Хаймерс», на, скажімо так, наведення «Хаймерсів» і так далі. Тобто, я раз би сказали про, а чому? Тобто, ну, росіяни ж дійсно цьому дуже велику увагу, я бачу, да і ми ж теж зараз почали насправді активно їх використовувати, випускати, тестувати. А чому воно неефективно, ви вважаєте? Чому воно перебільшено? От дуже цікава ваша точка зору. Ні, я не казав, що воно неефективно. Я говорю о том, що возможности РЭБа сильно преувеличены. И упрощено понимание этого вопроса. Ну, понимаете, это все равно, что у вас есть какой-то стингер, вот зенитная ракета, и вы считаете, что вы собьете любой самолет. А не получается. Не получается, потому что, допустим, вы его не обнаруживаете глазами, не можете навести стингер. Или он летит где-то далеко от вас, не захватывает головка, или же он летит слишком быстро, и стингер не срабатывает. Ну, то есть есть куча всяких условий. Хотя, конечно, стингер вещь хорошая. И в идеальных условиях может сбить самолет. Так же самое и с РЭБом. Окопный РЭБ, он направлен на то, чтобы подавить каналы управления коптером, FPV-коптером и канал видео, передачи видеоинформации. Потому что на FPV-коптере, как правило, не ставится GPS-приемник, он летит под управлением чисто оператора, поэтому любое вмешательство в канал управления, то есть какие-то помехи, знаете, как по радио вы слышите порой помехи, или там по телевизору изображение плохое становится, все это усложняет работу оператора. Поэтому, конечно, окопный РЭБ, он приносит пользу нашим войскам, если он стоит у нас, и приносит пользу войскам противника, потом, когда стоит у них. Но это не значит, что нельзя работать FPV-дроном, когда стоит окопный РЭБ. Потому что окопный РЭБ тоже не везде действует, не всю местность закрывает. Он имеет так называемый купол, создает помех. И опытные дроноводы, они знают, как обойти вот этот купол, с какой стороны буквально зайти, на какой высоте приблизиться к объекту, используют при этом данные из других коптеров, которые летят выше, показывают им картинку, где находится цель для того, чтобы на нее выйти, может быть, даже почти вслепую.
Используют ретрансляторы, которые улучшают сигналы, и устанавливаются эти ретрансляторы как на коптерах, так и открыто на земле. И все это позволяет обходить этот окопный рэп. Этот вот окопный рэп. Если говорить про рэп, который там применяется против больших дронов самолетного типа, или там, ну, против тех же шахедов, ланцетов, орланов и так далее, то он, опять же, подавляет сигналы управления, какие-то помехи там ставит по видеоканалу и воздействует на приемник спутниковой навигации, опять же, с помощью помех, либо же подменой координат, так называемый спуфинг, когда приемник получает какие-то неверные координаты, и самолет думает, что он летит за сотни километров отсюда. Ну и опять же, понимаете, координаты спутниковые — это хорошо, но любой грамотно построенный, настроенный беспилотный летательный аппарат самолетного типа может лететь по инерциальной системе навигации. Точно так же летают баллистические ракеты, скажем, там крылатые ракеты, и они могут обходиться без рэпа. Почему многие думают, что беспилотник без рэпа упадет? Без спутниковой навигации. Конечно, могут летать без спутниковой навигации. И, конечно же, на нормальном беспилотнике стоит нормальный блок обработки сигналов спутниковой навигации, который понимает, когда спуфинг идет, резкое изменение координат, он просто это отсекает и говорит, это неверные координаты, мы лететь по этим координатам не будем, мы будем лететь по инерциальной системе наведения, это означает по магнитному компасу, по датчику воздушной скорости, по барометру, по акселерометру, ну, это старые, давно известные вещи еще с начала прошлого века. И самолет дальше летит, конечно, точность полета будет уже не такая высокая, но, скажем, если его цель это какой-то склад с боеприпасами, он точно туда попадет, или аэродром. Вот и вся история. Тепер ще одне питання. Я там потім вас мене дуже цікавить ваша точка зору. Окей, хоч ви зараз там не займаєтесь виробництвом дронів, але багато про це цікавих важливих речей. Та власне ви про це говорили давно. Я ще прекрасно пам'ятаю 16-17 рік. Але от давайте поки про там технічні деякі речі, просто щоб ви багато міфів розвіяли. Дивіться, от зараз думаю, всі помітили, що росіяни оскільки разів намагалися в Київській області, ну може і не тільки, але це розійшлося саме по Київській області. Використати якийсь новий тип безпілотників, я забув, як він називається, чесно скажу. Тобто це такий міні-шахід, він набагато менший за розміром, я так розумію, набагато менше вибухівки, максимум до 200 кілометрів, але це теж ударний дрон. Наскільки це проблема, наскільки це, скажімо, там я вже зустрічав версії, що насправді Росія зараз на такі буде переходити, бо шахіди, і вони їм складно виробляти, бо у них насправді там нема моторів і так далі. Що ви чули про цю історію, наскільки це може бути новою проблемою для нас? Це величезна проблема, я про це казав неодноразово, і постійно, і казав ще до початку цієї великої, большої війни. Діло в тому, що, да, вони почали використовувати навіть не один тип, це от, коли говорять об этом новому типі, це прилітали, наскільки я розумію, дрони производства ЗАЛА, вони похожі на... шахеды, тоже летающее крыло, только двигатель спереди. Ну, используют вообще-то россияне целую линейку вот этих более дешевых дронов, которых меньше, да, боевая часть, но есть огромное преимущество перед шахедом. Они летят ниже, они имеют меньшую радиоэлектронную заметность, они меньше видны визуально, в том числе, и поэтому их труднее сбить с помощью пулемета или пушки. И они стоят дешевле, поэтому вместо одного шахеда можно запустить 3-4 более дешевых дрона. Тут сам вес боевой части не имеет большого значения. У нас очень многих подкупает, когда говорят, вот на этом дроне боевая часть 30 килограмм, а на этом 50 килограмм. Это, ну, знаете, это хорошо, если вы хотите бункер какой-то разбить, там надо... вообще бетонобойную боевую часть, и весом может быть тонна. А если вы хотите попасть в самолет, который не бронированный стоит на аэродроме, или вертолет на аэродроме, то вам достаточно одной гранаты, чтобы привести в негодность этот объект. А если боеприпасы лежат на открытой местности, и прилетают эти дроны-камикадзе, такое с нами случается, к сожалению, периодически у нас горят склады, то...
происходит детонация этих боеприпасов, и это тоже большой для нас ущерб. Тут, опять же, совершенно не важно, какого веса эта боевая часть. Вот многие просто не знают, люди не военные, но, допустим, авиационная бомба весом 100 килограмм, представляете, 100 килограмм, она опасна, ну, на дистанции 90 метров. Это радиус разлета осколков. Ну и все. То есть вся, да, будет от нее большая воронка, но пользы за 100 метрами от нее не будет никакой. Поэтому ну, большая боевая часть не имеет большого значения. Важно, когда этих дронов много, они перегружают нашу систему ПВО. Потому что, понимаете, когда дрон стоит там, 10-20 тысяч долларов для противника, а мы тратим ракету стоимостью там, 100-200 тысяч долларов, причем дефицитную, которую дают нам партнеры, и у которых самих этих ракет не хватает, то это неравноценный размен. Потом даже такой ракетой дорогой попасть в такой маленький дрон, который мало заметен на радарах, летит низко, тоже очень сложно. И какие-то дроны все равно прорываются. Поэтому вот эта стая маленьких дронов-комаров может нанести куда больший ущерб, чем там 10 там, шахедов. То есть 100 таких маленьких дронов куда более опасны, чем 10 шахедов. От особливо згадаємо, що пане Юрій сказав, що в принципі ще зовсім нещодавно, до початку широкомасштабного вторгнення, ми, в нас в певному сенсі навіть була певна перевага. Так от, от власне з приводу виробництва і всього решта. Ми постійно чуємо дуже багато бравурних заяв від нашої влади, від пана Федорова, від пана Камишина, тобто керівників Мінцифри, Мінстратехпрому, які розказують, що ми вже тисячами виробляємо, до кінця року будуть десятки тисяч. Я пам'ятаю, була цифра 200 тисяч дронів. Ну, власне, що ми виробляємо? Чи є, чи не введений у нас якийсь лад? Наскільки це стале виробництво? Що саме ми виробляємо? Ну, ясно, ми там без подробиць, але просто от всі ці моменти. Бо хто робить ланцет, я розумію, робить концерн Калашніков. Можна любити русню, не любити, але ми прекрасно розуміємо їх виробничі потужності і можливості, і скільки вони вже зробили кластерів, Алабуга, Шмалабуга, і вони продовжують це все кліпати. Що у нас? Поясніть, будь ласка, як вибудована система, приватні виробники, державні замовлення, оце ось усе. Прошу, вам слово. Ну, эта тема у нас излишне заполитизирована, потому что, понимаете, когда министр говорит, что производим тысячи, будем производить 10 тысяч, конечно, обыватель, у него в голове складывается картина, что все здорово, да? Ну, количество большое. А на самом деле, если речь идет об FPV-дронах, вот этих, которые окопные дроны, которые мы используем против противника, противник против нас на линии неприкосновения, то да, нарастить их производство с 1000 до 10 тысяч можно хоть каждый месяц наращивать, в принципе. Они сами по себе стоят недорого, их комплектующие не особо дефицитные, их можно найти не только в Китае, их можно найти на Тайване, в Южной Корее, там, в Европе, в Соединенных Штатах. И там не надо большого ума, там, знаете, посадить любого человека, который умеет пользоваться отверткой, кусачками и паяльником, и он по инструкции соберет таких дронов, ну, 10, 20, 30 в день, может быть, даже 100. Тут большой проблемы нет, проблема только в том, что сейчас собирают эти дроны все, кому не лень. Они похожи друг на друга, чертовски похожи, но всегда есть какие-то маленькие отличия, которые кроются в деталях. Из-за этих отличий бойцам на фронте сложно в этом зоопарке разобраться. Они привыкают к какому-то одному дрону, потом привозят на следующей неделе партию других дронов, другого производителя. Те же самые возможности, все то же самое, но управляется эта штука уже немножко по-другому. А так как управляет ею непосредственно пилот, держит на ручках, что называется, это все равно, что управлять, знаете, гоночным автомобилем, то... Как правило, там первый, второй разбивают смятку для того, чтобы изучить этот аппарат. Это, ну, проблема в том, что у нас очень много, там, 200 производителей этих дронов. На самом деле, пускай бы было, может быть, 200 производителей, было бы не 200 моделей дронов, а была бы одна утвержденная модель, про это тоже много раз говорил, которую бы обязали бы всех производить эту модель, и она была бы одинаковая, похожая, это облегчило бы обучение людей в этих всяких всевозможных школах, которые... и волонтерские, и неволонтерские, которые обучают личный состав. А когда такой зоопарк, то это очень сложно. А
Если говорить о дронах самолетного типа, типа вот Орлан, Лилека, там Фурия, Шарк, то нам еще далеко до паритета с россиянами, потому что у них этой темой производства этих Орланов занимаются крупные заводы, занимаются уже давно. И еще тогда, там, в 2014-2015 году, они серийно производили эти Орланы десятками и сотнями в месяц. Это огромные площади, это тысячи людей, работающих на этом производстве. Я думаю, ни для кого не секрет, что у нас таких производств в Украине нет. Еще раз подчеркну, собирать маленькие дроны FPV можно в любой квартире, в любом гараже. И можно собирать в этом гараже или квартире сотнями в месяц, а то и тысячами. А чтобы производить серьезный дрон самолетного типа, летающий на десятки километров, имеющий хорошую оптику, это сложный аппарат сам по себе. Будь то электрический или бензиновый, для этого должно быть серьезное предприятие, потому что изготовление даже самого фюзеляжа, крыльев требует специальной оснастки, специальных форм, специального оборудования. И ну, это не делается вот так, знаете, щелчком пальцев. Сегодня у нас 1000, а завтра будет 10 тысяч. Поэтому здесь нам еще очень далеко до паритета, потому что, безусловно, сами производители, которые имеют это производство, либо стараются переносить его или хоть частями, хоть не в, по кусочкам куда-то страны Европейского Союза, чтобы сберечь от налета вражеской авиации, дронов, я имею в виду крылатых ракет, потому что все это очень дорого. Устройство такого завода – это очень дорогая вещь. А потерять его можно в результате одного налета ночью. И, к сожалению, опять же, тоже не секрет, у нас нет никакой государственной программы строительства подземных заводов, там, заводов в горах, в скалах, как это делали все воюющие стороны в годы и Первой мировой войны, особенно Второй мировой войны, закапывали землю и в штольни. Ну, у нас принято строить метро годами, какие тут заводы, о чем речь? Вот, тут тоже большой провал. То же самое касается и дронов камикадзе типа «Шахет». Именно их, этих дронов нам нужны тысячи в месяц. Опять же, для того, чтобы были тысячи в месяц, это должны быть тысячи квадратных метров площадей заводов. А должны быть тысячи рабочих, которые этим занимаются. Вы знаете, ну, у нас даже большая проблема забронировать количество рабочих на производство, которые занимаются работой на оборонных предприятиях. Это вам скажут все производители, потому что ну, это дикая проблема реально, потому что каждый человек изучается, и, ну, скажем, если у вас небольшое производство, один на производство электронщик, там два сборщика, один фрезеровщик, один пайщик, один сварщик, то вы можете забронировать почему-то не более 50% этих людей, а 50% заберут в армию. И как тогда собирать дроны, если у вас, допустим, нет фрезеровщика одного, который уникален? А сейчас вообще с людьми очень плохо, я имею в виду, с рабочими. Их до войны было плохо. У нас, к сожалению, было очень много в стране. Появилось вдруг бухгалтеров, менеджеров, там, маркетологов, пиарщиков, кого угодно. А вот рабочих стало очень мало. А сейчас во время войны вот, рабочие, как активная часть населения, тоже отправились на войну. Ну, не только рабочие. Я вот был главным конструктором, генеральным директором компании, которая занимается дронами, я тоже пошел на войну. И со мной пошли инженеры на войну. А у нас этих людей, безусловно, не хватает. И опять же скажу, проблема в чем? Проблема в том, что нет никакой государственной политики единой, которая бы вот эти вещи как-то формировала, отслеживала, которая бы возвращала из переднего края там опытных электронщиков, программистов, потому что они на вес золота, они здесь нужны, чтобы делать дроны, которых не хватает. Потому что если такие люди будут, те же фрезеровщики, делать дроны здесь, а не сидеть в окопах, они больше убьют, в конце концов, врага и больше сохранят наших жизней, наших бойцов, чем если они будут бегать с автоматом и изображать из себя штурмовика. То есть должна быть государственная политика. Да, очень много делают наши чиновники. Не все чиновники сволочи, честно, давайте об этом говорить. Вот, команда Федорова делает очень много. И даже в Министерстве обороны уже начали шевелиться и заниматься активно дронами. Но это все такие немножко, скажем, заплатки, понимаете? Нам, опять же, не хватает единой государственной политики, потому что на сегодняшний день у нас каждое ведомство и
министерство имеет свою политику в области дронов. То есть у Министерства обороны это своя политика, Генерального штаба своя политика, у ГУРа, который находится в составе Министерства обороны, своя политика, у СБУ своя политика, у Минцифры своя политика, и даже там у СВР своя политика, МЧС, НГУ, у всех своя политика в области дронов, свои представления о том, насколько важны дроны, какие надо производить, и какие надо закупать, в каком количестве. А вот единой политики, которая бы еще формировалась, шла бы от того, какие нам нужны люди для этого производства, какие нам нужны люди как пилоты, потому что это тоже особая каста людей, которые пилотируют дроны, не каждому это дано. Это, опять же скажу, как пилот гоночного автомобиля. Не каждый может быть пилотом гоночного автомобиля, не каждый человек способен быть пилотом самолета. Тут есть особенности характера, время реакции, все важно. Этих людей надо отбирать. И вот здесь никакой государственной политики вообще нет. Да, сумна історія, звісно. Добре, тоді давайте так. Наскільки це безповоротні процеси? Тобто у нас чи є якийсь час? Тобто, ну, давайте так обмалюємо для людей перспективу, бо, чесно кажучи, це тупорила тріскотня, яка неслася особливо останні півроку про ура, контрнаступ, три дні до Ялти, і все це собачу, яке, ну, ладно, не будемо знову починати, да, то це просто, ну, у дуже багатьох людей, мені здається, породило якусь ілюзію, нерозуміння взагалі того, що відбувається на фронті, якою ціною це відбувається. Ми бачимо дуже складну міжнародну ситуацію, яка погіршується з кожним днем. Ми бачимо, що Росія, окей, навіть якщо не може там збільшувати виробництво своє, дуже часто нічого, у них є Іран, у них є КНДР, їм допоможе. У них є Китай, який там під виглядом продажів з Аліекспрес може продати їм, я не знаю, ядерну бомбу може продати по кусочкам, я маю на увазі. У мене питання таке, так скажімо, більш широке. Тобто, мені здається, очевидно, що в 24-му році явно подобається нам це, не подобається, рівень підтримки, ну, дай Бог, щоб залишився такий, як є. То, що збільшуватись він не буде, я особисто, вибачте, не вірю. Відповідно, що нам робити? Ваша точка зору, тобто там дуже часто кажуть мілітаризація, переход на військові рейки. Що це означає? От якби вас питали, що би, от, які б ви розписали важливі пункти, що треба робити прямо зараз, конкретно? Во-первых, не надо ничего придумать, все придумано до нас. Действительно, нам нужна большая милитаризация общества, нам надо переводить экономику на военные рельсы, надо принимать много непопулярных решений, которые позволят нам... Вы знаете, победить мы сейчас не можем, но позволят нам не проиграть. Это вот важный момент, потому что это вообще война, вся вот эта, которая началась еще в 2014 году, может быть, еще и раньше, мы еще можем вспомнить остров Тузлу, но... Эта вся война, она началась давно и закончится, наверное, не скоро. Потому что идет перестройка всего миропорядка. Такое случается в истории, мы не первые и не последние. Последний раз это было, когда нацистская Германия пыталась переустроить вместе с Японией мировой порядок и подстроить его под себя. А сейчас существует другая ось зла, и она очень сильна, и вы правы, что и может уменьшиться поддержка, потому что не все избиратели, не во всех странах понимают важность этого процесса, потому что нарастают такие понятия, как изоляционизм, когда люди фокусируются на своих внутренних проблемах и не понимают, что проблемы в соседней стране или на другом континенте тоже их касаются. А, как известно, политики западных стран, они выражают волю своих избирателей. Но конкретно что делать нам, еще раз, это принимать надо непопулярные решения. Во-первых, необходимо понижать возраст мобилизации, потому что у нас очень старая армия, она не способна эффективно воевать. Ну, просто старички на поле боя не добегают до вражеских окопов, просто падают. Нам необходимо вводить обратно срочную службу, чтобы учить молодежь быть готовыми к войне, не просто сидеть в пабах, где-то развлекаться, где-то работать. И опять же, молодежь, срочники могут вполне заменить наших бойцов, которые охраняют там важные объекты внутри страны, по периметру, я имею в виду белорусскую границу, российскую границу, там, где менее опасно. Мобильные группы.
Да, ну, опять же, да, ну, чтобы высвободить более опытных людей, которые сейчас необходимы просто на войне. У нас не хватает людей на войне, давайте прямо об этом говорить. Противник собирается в плановом порядке создать в следующем году еще целый армейский корпус, там 100 тысяч человек, и вооружить их, не говоря уже о такой вяло текущей мобилизации, но постоянной. Вот. Поэтому мы имеем куда меньше людской ресурс, и нам напрягаться надо в 3-4 раза сильнее, чем россиянам на самом деле. А у нас к войне отношение такое, ну, пускай там воюет некая армия, они люди военные, они должны воевать. Когда я такое слышу, я хочу спросить их, а кто же воюет? Ну, в этой армии военные — это все вчерашние, почти все вчерашние мобилизованные добровольцы. Кадровых военных в армии, ну, сейчас процентов 10-15, не более того. И мы должны еще, может быть, 2 раза увеличить армию, и она опять будет вся из мобилизованных и добровольцев. И никуда мы от этого не денемся, у нас нет выбора, либо мы станем опять вассалом Российской империи, империя нас поглотит, либо мы отстоим свою независимость раз и навсегда. Это, понимаете, да, война... не на жизнь, а на смерть. Надо это признавать. А надо, необходимо просто создать Министерство оборонной промышленности. У нас нет никакого Министерства оборонной промышленности. Это просто нонсенс. У нас оборонной промышленности, опять же, занимаются все подряд. Ну, ты стратегпром? Еще... Насколько я понимаю, да, это типу, да. Но Минстратегпром занимается государственными стратегическими предприятиями стратегического направления. И вообще-то он создавался там под космос и так далее. А вот у нас еще есть куча предприятий частных, которые не входят ни в какое министерство. На самом деле, Министерство обороны и промышленности должно объединять предприятия любой формы собственности. И знаете, Укроборонпром или там Минстратегпром на эту роль абсолютно не годятся. Министерство обороны и промышленности должно разрабатывать и осуществлять государственную оборонную политику. Вот буквально, какие предприятия нам нужны, где их строить, в какие сроки, какие для этого нужны ресурсы, где копать подземные бункера, какие заказы кому давать. И это все прекрасно коррелируется с законами рыночной экономики. И так работали предприятия ВПК Америки в годы войны, и вы знаете, по ленд-лизу снабжали оружием весь мир, всю антигитлеровскую коалицию. Так работали предприятия нацистской Германии, так работали предприятия Советского Союза, так работали предприятия Японии, Италии и так далее. У нас почему-то считается, что важнее производить сериалы, чем заниматься этим. То есть у нас нету, вот сколько мы воюем, у нас нету даже Министерства оборонной промышленности. Это просто нонсенс. Нам необходимо... уже раз и навсегда покончить с двухвластием, трехвластием, четырехвластием, пятивластием в войсках. У нас неизвестно, кто командует войсками. Сами военные этого порой не знают. Потому что, да, есть непосредственные командиры, там, комбат, комбриг, командующий сектором, сухопутными войсками. А дальше у нас начинается пустота. Потому что, ну, да, у нас есть главком Залужный, но на самом деле... спектр его полномочий очень маленький. Просто мало кто об этом знает. Он вроде командует всеми, но на самом деле, знаете, у нас, во-первых, есть ГУР, который напрямую ему не подчиняется, входит в Министерство обороны, целая армия. У нас есть СБУ, который тоже во время войны выполняет свои операции, не подчиняется. Национальная гвардия, она, скажем, аффилирована с вооруженными силами. Тероборона входит вроде в сухопутные войска, но там есть зачем-то свой командующий. Вообще, зачем нам сейчас тероборона? Вот это прекрасное питание. Вот это прекрасное питание. Да, вот есть якобы тероборона, но это уже давно просто мобилизованные люди, которые не тероборона. Ну, це, звичайно, это, звичайно, ЗСУ. Це, звичайно, просто легкопіхотні частини Збройних сил України. Так, так, так. Но у них почему-то, понимаете, у них почему-то свое командование, свое снабжение, свои там... все плюшки и минусы, и плюсы и минусы, и в том числе отсутствие тяжелого вооружения, как правило. И вот и вся разница. То есть, а зачем вот эта вот многоступенчатая, понимаете, система командования? У нас, как было и в Советском Союзе, и у нас может какой-нибудь партийный партайгеноз и какой-то лидер там из парламента или из офиса президента просто... пытаться напрямую командовать войсками, давать указания, поручения, потому что
Мар'яна Безугла? Вибачте, саме вирвалося. Та я просто Мар'яна Безугла, саме вирвалось, пробачте, от ви згадали про портегі. Вот это очень вредит. Понимаете, должно быть единоначалие. Народ, армия должны знать, кто ими командует. И не должно быть никакой, знаете, такой политической конкуренции, которую я много слышал, и все слышали, наверное, что там есть недовольство людей из офиса президента, что вот, допустим, Залужный может составить конкуренцию Зеленскому на следующих президентских выборах. Ребята, какие президентские выборы? Когда? О чем вы? И вообще, как бы, почему не может, допустим, генерал быть супер популярным и не быть президентом? Вы что, думаете, что все хотят идти в президенты? Ну, честно говоря, а зачем? Вот есть функция выиграть войну. Наверное, больше славы никогда не будет. Но этим должны заниматься военные. Не Марьяна Безуглая, не какой-то администратор офиса президента, не там какой-то другой чиновник, либо член парламента, потому что он член правящей партии или просто член, он не должен этим заниматься. Вот когда у нас будет четко вот эта система работать, это будет огромный плюс для нас. Потому что вся вот эта сумятица, знаете, когда высокое должностное лицо, не имеющее отношения к армии, вдруг съездит на фронт, потом приезжает и рассказывает, сегодня мы возьмем этот город, завтра мы возьмем этот город, тут пойдем наступать туда, это сюда. Но, во-первых, об этом нельзя говорить открыто никогда. Противник же не дурак. Это же не шоу, понимаете, по телевизору, когда надо об этом говорить всем и зарабатывать политические очки. А во-вторых, если это лицо не несет за никакой ответственности за погибших, за эти операции, за успех или неуспех, то зачем оно вообще открывает рот? То есть, вот это очень неправильные вещи, которые вредят нашей войне. Вы знаете, вот таких критических разговоров, которые мы с вами сейчас ведем, становится все больше. Люди это все больше понимают, потому что действительно на кону стоит существование всей страны. И мы сейчас все в одной лодке, я имею в виду, и командующие на местах, командиры на местах, командующие, и главнокомандующий, и верховный главнокомандующий, и парламентарии, наши члены парламента, и министры, и прочие, все должны работать как одна команда. Вот просто должны работать как одна команда. Вот надо на время перестать, просто на какое-то хоть короткое время перестать воровать и строить какие-то там политические карьеры, амбиции реализовывать и прочее. Вот заткнуть это надо все в одно место, иначе все потом мы окажемся опять же в одном месте, где-нибудь в Сибири, на поселении, а кто-то будет уже закопан под землей. Вот нет других вариантов, это надо сейчас понять и перестать заниматься такого рода ерундой. З вашої точки зору, це, напевно, так підсумовуючи питання в нашій розмові, скажімо так, чи, ну, окей, там я не пропоную вам займатися в жодному разі там от этой Арестовичівщини, там 2-3 тижні, коли що буде, це ніхто зараз в світі не може сказати, насправді, і прогнозувати стає все складніше. Але тим не менше, наскільки велика вірогідність того, що, скажімо так, Збройним силам України вдасться збройним чином перемогти в цьому конфлікті і досягти тих цілей, які, от, власне кажучи, ми там на рівні Зеленського говорили про кордони 91-го року і так далі? Если мы не говорим о взятии Москвы, она нам даром не нужна. А если мы говорим о том, чтобы разгромить армию противника, создать условия такие, когда Россия не сможет дальше продолжать свою агрессию, войну и уйдет с нашей территории, и будет согласна подписаться под некими условиями прекращения войны, которые нам выгодны, которые будут включать в том числе компенсацию наших разрушений, людей, конечно, не вернешь, я имею в виду хотя бы материальные убытки, то такой вариант, да, абсолютно возможен, вот 100% возможен. Несмотря на все неуспехи нашего там контрнаступления, несмотря на то, что противник имеет больше людей, возможностей экономических там, и так далее, и опирается на Китай, там, на Северную Корею и прочее, такие возможности, безусловно, у нас есть. И это, возможности — это не только западное оружие. Это в первую очередь настроение наших людей, наших бойцов, которые готовы воевать до этой победы. Никто не хочет уходить с войны, не добившись победы, потому что
Уходить больше некуда. Противник опять придет под Киев, потом он придет под Львов, и некуда бежать. Некуда бежать. Но такая победа возможна, но если будут соблюдены определенные условия. О некоторых я говорил. Нам нужно единое командование, нам нужно, опять же, единое командование, это не значит, давайте поставим какого-то одного человека, и он будет командовать. Нам надо просто выстроить, наконец-то, встроенную систему военного управления и гражданского управления в том числе, потому что у нас еще существуют всякого рода военно-гражданские администрации и так далее, которые тоже вносят определенную сумятицу, непонятно, кто там главный, мэр или администрация, это по Киеву порой заметно. И это, понимаете, вот разбежность в мнениях тоже ведет к разному результату. Нам надо перестать красть, перестать перекладывать брюкивку на улицах, а консолидировать все силы на победу в этой войне. Вы знаете, когда люди увидят, что власть этим занимается, что власть именно так настроена, а не только настроена ходить по миру с протянутой рукой, чтобы нам что-то дали, то, опять же скажу, нам не особо нужны истребители там западные. Даже там ракеты «Атакмс», они, конечно, прекрасные, но мы можем компенсировать их нестачу своими дронами. Они приблизительно так же работают, я имею в виду ударные дроны. Но, опять же, надо тогда производить больше ударных дронов. Должна быть оборонная промышленность, должны быть заводы, должны быть люди, которые работают на этих заводах, они шляются по улицам. Безработные, у нас тоже есть такая проблема, что много безработных. А рабочих рук вроде бы не хватает во время войны. Я вибачте, я не можу зрозуміти, чому Верховна Рада, от чесне слово, досі не прийняла закон, по якому у нас, якщо людина відмовляється служити в Збройних силах, вона не залучається примусово для роботи на відповідних оборонних підприємств. Рви копати. Чому ми досі цього не зробили? Я от чесно, вибачте, я сам в будь-який момент готовий йти, куди мені скажуть. Не проблема. Я просто не розумію, чому ми досі граємося в цю фігню. От це вже я просто вас слухаю. Я розумію, що просто от я просто відмовляюсь розуміти, чому вже через стільки часу, стільки загиблих людей, стільки загублених територій, життів, ми досі цього не зробили. Я просто не розумію, на що розрахунок? От на що? Что Захід нас... Потому что у нас нет дееспособной Верховной Рады, она непонятно вообще, чем занимается, чем живет. Она живет, по-моему, сама по себе. И нету ответственных людей, очень мало ответственных людей в Верховной Раде и вообще в государстве. И да, действительно, эта ситуация на сегодня почти критическая. И она может закончиться плохо. Дай бог, чтобы эта ситуация закончилась плохо для тех именно людей, которые плохо исполняют свои обязанности, а не для всей страны. Дякую вам дуже, пане Юрію, за розмову. Це був Юрій Касьянов, офіцер Збройних сил України, аеророзвідник, спеціаліст по дронах. Дякую вам за відверту і щиру розмову. Удачі вам і бережіть себе, і успіху у всіх ваших бойових завданнях. Вам дякую і до зустрічі.